Взять пишущие ручки, обратиться к правилам русского языка и написать диктант. Только не простой, а тотальный. Жителям Камчатки предлагают принять участие в традиционной просветительской акции. Каждый желающий сможет не только проверить грамотность, но и познакомиться с современной русской литературой. Автором текста для тотального диктанта стала писательница, журналист, многократный финалист премии «Большая книга» Анна Матвеева. Координатор акции на Камчатке КамГУ имени Витуса Беринга. Регистрация на очные и онлайн площадки откроются 10 апреля на сайте тотального диктанта, а саму акцию проведут 20 числа. Подробности по телефону, указанному на экране. Отметим, тотальный диктант в этом году отмечает 20-летие.